с угрозой завершен. Оценка цели проведена. Система орбитального подавления включена. Поблизости ремонтной станции. Если вы заедете на платформу, ваша боевая машина будет отремонтирована. Здорово. Балбес. Ты пьяный или трезвый? А, точно, сами нельзя. Здорово, пацаны. Поставьте ГБ кто-нибудь. Я поставлю. Ставлю. Поставил? Рыбы у нас много или сколько? 40 есть. Сколько рыбы у нас всего? 40 штук у меня рыб, 39 уже. Да хватит. Хватит. Сейчас я только возьму эти. Блять, барабаны на лапу надо как-нибудь сбегать купить. У меня есть 44 заряда. А, ну все, хватит.
Так, это по бафам я там всем дал, что бафать? Полипауэры бафать. Я ж надеюсь, вы запустили ХМ, да? Да-да, ХМ, скажи. Окей, давайте фу баф. Ну, крикнул ХП. Вылезьте с тачкой и забафайте всех. Приста баф кинуть? Я кину. А кто у нас хилит? Хпал и шаман? Да. Хпал и шаман. Ой, хпал и шаман. Окей. Так, ладно. Я летаю, Кама летает, Underpower и Джел. Остальные все. Кто в разрушителе посидит? Два человека. Найс один и второй кто? Ставь давай, кстати, садись. Сейчас поставлю звездочку. Кружочек. Садись, залазь уже, чеченись там. Так, я в звездочке первый. Джел в кружочке первый. Звездочки Кама второй, Underpower в кружочке второй. Садись, чиней, Макр. Остальные четыре человека сядьте в осадки и в пушки. Пушки цветы убивать и каучедан подбивать. А те, кто водителя, то там знают, что надо. Можно сбивать уже? Так, да, сейчас, секунду. Его. Я это... Привезу быстро. Хуйню. Ладно, второй везет. Вези. Ну, там с другой стороны поставь. Вот так, выставлю здесь тебя. Один разрушитель назад поедь. Чтоб оттуда домашний. Не, останься тут, маг, типа, пусть тот звездочка едет ближе. Ладно, похуй, один хуй. Давайте чек, поехали. Балбесов в форме что такое? Все, все готовы? Осадки, блядь. Осадки, блядь. Балбес, блин. Запусти, Кира! Сбивайте колчедан наверху, он треснулся в 5. Вторая сотка, сбей карту. Так, все. Домашний. Спамим стопом во время остановки, Мак. Да, еще, да. Заряжайтесь. Давай, кидай. Кидайте. Поехал, Кир. Цветы убейте, осадки. Кам обратно хп тебе крикнул. Хорош. Ой, давай. Ну, бля. Остановка сегодня будет? Была уже, ты вылетел. Так она только сейчас закончилась. А, да? Блядь. Меня он убил просто Зиен. Да ладно, пухай, блядь. Пушки. А я там занят был этими, блядь, колчеданами. Там их дохуя было сверху. Стоял и смотрел, блядь, просто на меня. Все нам надо, блядь. Да нахуя вы ее бьете, Джео, блять? Ну комбо же забагаешь себе.
Астрокрылы поехали. Кому-то тренер тут надо с Астрокрылы? Окей. Так, Кира, уйди нахуй. Джео, блядь, ну вот терри логнись, пожалуйста. Через комбатом. Лапку сейчас он бахнет. Прибежит, балбес. Угу. Ах, тепло. Бля, а я думал, у меня есть 4Т8 на ретрике. Оказывается, нет. Ну ладно. Каску роги теперь пахнет. Бля, помойный ретрик. Джео, ты тут? Чё там у тебя это, комп взорвался? Я тут, тут. Дай резать. Или чё там стоит? На танка. Давай, добежишь. А я на маунта не успел, сука. Ну, блядь, ножками пешочка. Бежит, глянь, бежит. Хоть бы власть сменил, не знаю, быстрее бегает. Да я просто по телефону тут не вовремя позвонили. Сади. Кто там ответственный? Секунду, если слышу. Я. Она скоро снова взлетит. Раскол вижу 3 стака. Давай нахуй. 4, 5, все, вижу. Хуй знает. Помойная, блять, спек этот. Сколько у него сейчас процентов осталось? 57. Мы 7% не добили. Смотри, там, блядь, чуть ли не ног не. Не ног уже, блядь. С руки слазит. Говорят, 4Т8 апает жестко. Ретрика, ну, да, там, по идее. Блин, жестко, нет, нифига. Сколько знаю ретриков, ему говорят, что нифига не одно. Там охуенный же бонус. Типа на 200-300 дамагает, типа нечего. Нихуя ты сказал, 200-300 ДПС, это нахуй для вары второе дыхание. Я знаю вары, которые дамажат ему больше, чем почти все. У нас Локов передамаживал спокойно. Это Локи не очень были. Да.
поможет. Не может вар передамажить в этом контенте локов. Если вар передамажил локов, это локи не очень, и не вар хороший. Факт. На пульте. А, блять, у меня неистовство включено. Чего мне не сказать? Я ж, блять, в душе танк. Вот тебе пушка. Я возьму навара, типа. Возьми. Меч, кольцо? Да. Меч, кольцо. Окей. Кольцо тоже возьму. Человек не тоже идем, что ли, нахуй нужен? Да, Игнис тоже. Ну, окей, давайте это. Игнис кому-то надо или нахуй скипаем этого? Да, вроде никому не нужен, скипай нахуй, там ничего не понадобится. Не, никому ничего не надо, все, пошли нахуй отсюда. Я тоже этого Игниса не хочу бить. Опа, обнова в сир. А ну. Сейчас, наверное, заанонсили эту хуйню. Таймер. Да, таймер уголовно до 2 часов сделали. Нихуя. А сам факт, что он был уже утром, и Этерналы пошли в 4 утра из-за этого, что этот таймер был утром, без всякого анонса. Ну и те предметы для профессий в 50 стак. Это было еще вчера, если что. Это обнова. Нет, знаки вчера не стакались 50. Стакались. Я стакал. И в ченджлоге написано, что обнова вышла день назад. Правда. То есть, а обнова на, типа, на увеличение таймера Алголона вышла, сейчас скажу, 20 часов назад. То есть, тоже, понимаешь, да? И его прям пофиксили. Ну, Этерналы за 2 часа его, но не осилили. Это говорит, что он все равно не такой простой. Ну, может, они просто долбоебы, как вариант. Так это не... понятное дело. Ну, осилим ли мы? Это вопрос. Если да не, фейс... фамилия, ты чё, гонишь, что? Если фейса сегодня брать не будем, осилим. А, Кама, на ком ты поведешь свой рейд небожителей? На маге. Понял. Кама, братик, я с тобой буду ходить в третий рейд теперь на варе с Next KD. Ну, это, конечно, заебись. Потому что там хуй знает, найдется ли ты ко мне с тобой. Но некоторых надо врать, не брать, просто надо пронос, вот не приходит часто. Но я хочу, блядь, да, сразу блядь, на йога идти. Чё мы ждём? Давай, блядь. Мана е... Чё ж... Thank you.
На сердце я, Сандер, не успею. Ну, так он умирает. Да, я думаю, что не так, я фласку. Да, и этот массаж. Лобанул. Блять, проебался. Стойки. С черный вышел. Выйди, выйди, выйди. Я успею, блядь. Это ты? Нет, это не я, блядь. Все равно не прохил. Ну все. БРов нет. Четыре трупа. Найс, если есть, встать, вставай, бейте. Черный, выходи. Белую быстрее, все свечены, массакра, дай, Войд. Дай тотем на ману, боёк. Войд, иди бей в мимели немного, у тебя мана мало. Белую сейчас все свечнули. Выноси с черным. И прожми что-нибудь. Ничего нету, блядь. Умрешь. Так что, блядь, не с... А как мы упали, ебать? Ну... Не захилили. Не силили. Позахил. Искру бейте все. Все в искру. Ладно, на танке это... Отойди, танк. Стоят. Сейчас опять будете белым бить. Я дам сокров. Давай уже. Белую все. С черной вышел. На танке белая. Быстрее убить, сейчас будет топот. Быстрее убить. Прохиливать. Белая выше. Добивать. Блять, я своей еле объяснил, где находится магазин. Она, блять, в трех соснах потеряется. Это просто пиздец. Можно меч соберу? Второй меч. А он нахуй никому не нужен, мой брать. СМЛ, а у тебя сколько этих мечей? Хочется. У меня один. Навара только один. Ладно, у меня, блядь, этих мечей на трех твинках по три штуки, если что. У меня на ПВП нету, но СМЛ-то нужнее. Да, мне хэнд нужен, пиздец.
А может кто-то еще раз этого поставить ГБ? Могу поставить сейчас, посмотришь. Давай поставь. Пала тебе меч сильно нужен? У меня просто второй пушки вообще нету. Нормально. Тризот, мы же до йога? Чё? Мы же фастран. Начало йога, потом Алгаона, да? Так, спасибо. Так, я балбеска шкаф поставишь? Сейчас пойду пушку черную быстро. А ты поставил банк мне? А сейчас поставлю, да. Поставил. Бля, опять правильно. Тризот, видел, как хламоботы почти к боссу подошли, и я ветром въебал в них? Ну, видел. Всех хламоботов разом сложил, и нахуй. Ты ец, дай выучить на танка, тапки там или что там, пояс. Чего-чего? Рецепт чего? Пояс там или что-то на танка с двумя дырками. Ну, он у нас есть в гильдии, попроси, если у тебя реги есть. У меня фулл рецы, кузни и фулл рецы, кажи. Да не, у меня регов нету. Если надо сделать. Регов нету. У меня кузня на этом персе только, а на ДК надо сделать, он бомж. Если риг есть, я тебе сделаю. Терец типа продаж. У меня из терец на продаже. Они никому не нужны. Не, я типа выучил бы, а когда реги соберут, тогда сделаю сам себе. Этот терец стоит 500 голды на очередь. А, ты про рец, который я выиграл? Ебать, вообще не понял тебя. Ну да, с Левиафаном. Кинь обмен, я тебе отдам. А нахуй нам же собрание, что-то я не понимаю. Надо. У нас есть люди, которым надо. Сумоните, балбеж шкаф поставишь? Сейчас убьем сумонет. Давай, шкаф. Встал. Мам, дай столик. Я же ставил уже. Да я чё-то, блядь, проебался. Спасибо. А лучше этого крафтового нет на танка пояса? Я что-то не помню. Ладно. Нет, нету.
Ступни есть? На Мимироне 10 хм. Ну, ступни я помню, блядь, тебе бисовые. Лапа, можешь? Да? Пояса нету. ДКшника зарядить. Это, блядь, стыдно нахуй танчить плюс один. Чё, всё? Саманули? Блядь, Сэмэ, ты где, ёбаный шашлык? Саманули, я жду тебя. Как тут окажется, пуляй сразу. А, блядь, черепы нет. Я стак заберу сталилома. Можно? Нет, баф, я хочу подамажить. А ты сорвёшь нахуй. Дайте лапу. Рыбу поем. Так кто забирает тогда? Я. Бля, хочу поклевать, мне похуй. А мышь это мелко. Бля, чё я большой? Сам там себя диспелишь, да, Поли? Угу. А можешь ближе? То есть к нам развер. Спасибо. То мы не даст. А ты можешь диспелить на хулипали его? Я могу он... диспелить. Он три цели танчит, ему сложно это делать. Я же делаю. Разбегаю. Массакр дашь в кинус. Давай. Да, всю хуйню словил. Ну, бывает. Можешь развернуть к нам лицом? Мы ж не достаем. Ты уч... Ты там один танчик. А милики не бьют. Большой, кстати, в руне стоит. Он в луже. Большой в руне стоит. Он в луже. А чё стак не забрал? Там мне похуй же. Блять, массакр. Только у них. Че, никого в Ардедозоне не отказалось? Резко. Блять, это кольцо нахуй никогда в жизни не выпадет, держу в курсе. Наверх. Бля, это башка, я думал, это кольцо. Не помню, у кого видел кольцо. У Камы есть кольцо, да, но, блядь, упало нахуй, наверное. С Камы, скорее всего, и был в рейде. Да, она из Зуда, Зуда упала, когда я тоже собирал. Зуд забрал его. Потом на следующем КД сразу мне упало, я забрал. Есть у кого дживс? Уставим сверху, давай сначала трэш. Есть у кого-то же, нет? А зачем тебе дживс? Банк. В ремонте. Там балбес просит этот трэш чистануть.
Ну, а, ты диск хочешь, ты балбес или чё? Пошли тогда починить. Блять, я опять флягу эту забыл выпить. А для чего у нас ключей дохуя? Или ты просто хочешь квест? Там сферка дается. Ой. Можно в миль? Не стоит ничего сейчас эта сфера. Ага. Сколько сфера стоит? 2,5. Ну, уже 2. А когда за УД будет, неизвестно. Когда Алгаона мы убьем. Сразу прям? Тогда и Т8 будет. Ну, скорее всего, через неделю. Его нерфанут, поди, после кила. Еще. Конечно. Что, чтоб всякие бомжи. Слушай, ну два типа Этернов убивать. 2 часа это же заебись, да? Это же по-любому пахнет килом. А он пахнет килом еще на той не неделе, блять. Но что-то пошло, но не так из-за энных мутиков людей. Рейдить не было, просто вот и поэтому не убили. Да не в мутике дело было, в хилах, блять. Который нахуй прохилить не может. Да поебать мне на твоего мутика, блять. Мы в ДПС, но не упремся, блять. Даже если тебя не будет или Камы не будет, вообще похуй, блять. Там... Сука, на той неделе мы его не убили, потому что, блять, хилы, сука, проебались. Надо было Трезоту дать всего одну хилку, он был. Одну хилку за 10 секунд, блять. Ни одной не дали за 10 секунд. У меня уже сейвы кончались, блять. Я даже зубы орал, блядь, каплю орал, нихуя никто, ну, не услышал, блядь. Не в ДПСе дело, блядь, а в том, что, блядь, хилы просто АФК стояли. Хуй знает. Там ему ХП понерфили настолько, что, блядь, там в берсу невозможно упереться. Дайте ребаф, пожалуйста. 29%, еще 2 минуты боя было, блядь, ну это смешно. Этернал это нихуя, да, как стратегию замутили, блядь. Прям с этого, со сброса пошли закрывать ночью, блядь. Ну, потому что это их единственный шанс, чтобы у нас забрать. То, что они не убили, в этом рофл весь. С таймером 2 часа, блядь. Бывает. Ну, тогда... Давай, блядь, о чем мы будем ждать этого балбеса, нахуй, ну, поехали. Типа у них прогресс есть, у них же было 65% лучше трай, а что-то в этом 45, что ли? 20. У них 20% сегодня они оставили. Но там прикол в том, что они в Берсу уперлись из-за того, что там 6 хилов было. Руку. Нет. Рук. Как обычно, меня хватает. Ебай, вы там кливаете. Законом мне не запрещено. У меня один спелл кливает, я хероик страйками. У меня тоже один спелл кливает. Ах ты сучара, блядь, ну все. А чё ты думал, все так просто, блядь?
печатью повиновением, блядь, бьет. Ну все, пизда. Блять, ну серьезно? Вышки. Руку выбить? Ебать, на мили нахуй взгляд. Что за пизда? Проще РДД. Сейчас это, руку убьет. Давайте все вторую. Оп, и все. Я на ретрике, блядь, раз в 100 лет играю. Че мне, покливать, ну, нельзя? Сделаем кошатницу? В смысле, ачивку? Ну да. Да не, в пизду. Жертвовать надо одним человеком. Я ебал. А тебе это, у вас-то ачива до этого? Надо маунт? Ну, две осталось. Она и дворф. А ты можешь их это к нам поднять, там Маура идет? У меня, кстати, на ДК тоже дворфы остались. Там надо было, наверное, оставить, остыкрыл, ну, потом пожарили. Не, типа, я буду на фулачивы делать-то как-нибудь, типа. Ну, тогда Алгаона убьем, может быть, там, через недельку сделаю. Когда прям, ну, не впадал бы. Ну, это просто сейчас, ну, надо спекать, блядь, двух танков. Они... Нет, я один могу упражаться, пойти и сдохнуть где-нибудь. А, типа, ты хочешь так? Ну да. За баг? Пошли, окей. Либо можем СМЛа пожертвовать. Затаунти сейчас босса. Все в угол, все в угол. Не подходи близко. За таунти? Они идут к вам, если что. Не работает это, пофиксили. Нет, там надо их именно стоять держать, тебе. Типа. Так они сразу пошли на вас, если что. Я их спулил, типа, я их заагрил. Они вроде, ну, на меня пошли, но им похуй. Дай Гера. Бьем котов или босс? Да, убейте котов. Но они вас сейчас съедят, блядь, всех. Получаем. Тотем есть, боёк? Потом сделаем. Может, на следующей неделе. Видите, защитника. Все заебит. Это на Милика или на кого вот это трение ебан? На кастер. На НХ работает еще. Там лес на землю.
Пояс уже распыляют. Не прокнул, Резот? Боюсь, на пояс распылить. Ну да, вон, распылить. Кира, ну ты вань. Чё? Да, вот эти шмотки забрал. Как вы там кричите? Это дешёво. Вчера заанролить хотел в Накс. Что, Накс? В Наксе заанролить хотел. Кого? Кира, Кира. Вчера или что? Вчера, в 25-ку, когда ходили, ты говорил один анрол, типа. Ну, возможно. Так гильдой паролили. Я что, себе типа анролил? А, на гильдии что? Ну да. Этот Антон на сову выиграл. А, да, да, да. Я что-то. Я не понял просто. Это минус вот этой трини, то что она прокает тупо из всего, что только можно. Баф, ну ебать, прокнула и так далее. Много таких трини. Многие, да, такие. Да нет, ебать, талик не прокает, объект не прокает, чешка не прокает. Вот эти, блядь, говно трини до 250-го так вот их прокает. А зачем? За его не обязательно было бы. Человеку хочется. Самолете я просто это покурить. Сейчас мы трэш зачистим самолет. Давай, а че упало? У меня ута нет. Поезд боешный и триня вот эта вот, которая с хостой. Понятно, хуйня. На энхо, да. Как думаете, профит будет от хосты Элиму, или все же СПД будет профитнее? СПД. Ну, и если ты насчет этой трени? Ну да, да. Типа, то это хуйня. Хосты. Это хуйня. Но она прокает еще хуже, чем зеркало. Не улетите только в сугроб. ХЗ, блять, ну, да норма она прокает, у меня на магии она даже прокает часто. Ну как у нее КД там типа минуты или полторы, сколько? 45 секунд. 45 секунд. Тут все трени, кроме той этой, блять. Везакса. На Везакса трени больше, да. Да, а че, вы убили большого, да? Да все убили. Понял. А поставьте еще рыбку. Сейчас. Я на минуту отойду. Да, брат. Дайте баф.